Идем мы с Пашкой в Бургер Хаус. Ну, потому что другого у нас выбора нет. Вот. В кафе Бургер Хаус требуется уборщица. Как бы вот на правах рекламы. Давай, Пашка, заходи. О, Павел Иванович идет. Там есть меню, выбирай, чего ты. Не бойся, вот персонал. Выбирай, будешь гамбургер или чизбургер? Нет, я тебе даю право выбора. Гамбургер будешь? Да, давай, хватит. А пить что будешь? Чича, что ты будешь пить? Вон там, смотри. Или кофе будешь? Кому за кофе? Кофе будешь? Серьезно? Да, давай, все, заказывай. Один гамбургер, один чизбургер, кофе и мой любимый напиток Пепси. Кофе какой? Американо-американо. Кофе какой? Да любое. Любое. Сделайте кофе ему. Любое. Да, сколько денег? 290. Ага, спасибо, сейчас надо деньгов дать. Деньгов. Да. Что-то платит. Держи. Здесь будем сидеть. Сейчас возьмем сдачу и пойдем брать интервью у Чичи. О, Чича. Присаживайся, здесь хорошее местечко, как раз будет тебя четенько видно. Про прикид я вам сказал, про сигареты показал. Но самое главное я забыл, у Пашки Чича, после того, как он бросил пить, появился супер новый телефон. Ребятки, сейчас мы посмотрим. Я такой, знаешь, как будто на сафари такой, сейчас мы посмотрим. Ну, Павел Иванович, покажи свой телефончик. Вот твой телефон. Ого, ничего себе. А ну-ка. Ух ты, это Lenovo? Смартфонище такое большое у тебя. Ты веришь? Давай-ка зайдем, посмотрим на твою заставочку. Я пошли мой Бентли. Ох ты, Бентли. Чича работает у нас на мойке. И моет вот такие машины, смотрите. Сейчас нажмем. Вот, Бентли. Представляете? Бентли моет. Чича, поднялся пацан. А вот другие показать. Давай, другие покажи. Все, ну-ка, давай. Вы увидите огромную историю, как Чича поднимется от алкаша, да просто до президента компании, а может быть и страны. Давай, показывай машину. Я покажу. Волосатая грудь. Давай, показывай. Вот такие машины. Сейчас, подожди. Я сфокусирую. Вот, Лексуса. Подожди, стой, стой. А ну-ка, покажи, Лексус? Да. Давай, покажи. Лексус. Ого, так это джип целый. Джип. Это Мерседес. Мерседес. Тоже Мерседес. Мерседес. Бентли. У тебя Бентли моется? Да. Это кто у тебя моется? Это питерский номер. Да, депутат какой-то. Питерский номер. У них у всех Бентли. Ничего, не отчаивайся, у тебя тоже будет Бентли, Паш. Ну да. Какой в жопу Паша? Ты Чича, Паша. Его зовут Паша. В блоге он Чича. Ждем заказ. Мы уже есть хотим. Где наш заказ? А? Ты хочешь есть? Ты гамбургер заказал, да? Вот видишь, в химии машина. Ему важнее машина в химии. Машина в химии ему важнее. Все фотографирует. Кстати, он тоже, наверное, начинающий блогер. Вот. Ему важнее машины, чем еда. Вот такие дела, ребятки. Так, что ждем заказ?